Последнее время проблема с мотивацией по записи видео, да и со временем не очень хорошо. Но я обещал сделать это видео, распиарил его как самый лучший гайд по дзенлю. Я пересмотрел все, что нашел на зарубежном ютубе, все, что нашел на ютубе русскоязычном. Действительно, есть неплохие гайды по дзенлю в англоязычном ютубе. Я один из них линкану в описании. Человек проделал большую работу, я считаю, достойно того, чтобы его отметить. Остальные гайды были довольно поверхностные, включая гайд от той же Дриме, которая нынче переименовалась в Лисару. То есть крупные теории-крафтеры. На самом деле, на мой взгляд, поверхностно прошлись по дзенлю. Это объяснимо, ведь поток контента от них довольно большой. Я выпускаю видео редко для души, поэтому постараюсь как можно глубже и как можно более душно погрузиться в этот гайд. Но сразу скажу, он мог быть раза в три больше и длиннее, но просто с учетом того, что я понимаю, что уже баннер заканчивается. Времени у меня на каждый день не очень много. Я даже хотел сделать большое там видео красивое оформить, но потому что просто не успею. Поэтому вышло то, что вышло. Не обессудьте, товарищи. В этом видео поговорим о плюсах и минусах персонажей, сравним немножко с другими, там оценим ее по всяким параметрам, как обычно и Идолон Конус Реликвии. Довольно детально я прошелся по кванту против льда, потому что очень поверхностный анализ этих реликвий сделан большинством, и я сделал, наверное, самую лучшую раскладку в этом видео. Надеюсь, вам это будет интересно. Также расскажу, как из чего складывается ее урон, как его максимизировать, какие сборки для нее возможны, в каких командах и как она играет. Как набирать ей энергию, играть веревкой на энергию или не надо. Как набирать две ульты за одну стойку. Про Е1 Байлу отдельно отмечу, это очень интересный персонаж для поддержки Цзинлю. Также, как забирать Жуан Мэй, чтобы максимально, ну, скажем так, максимизировать эффект ее ультимейта во время стойки Цзинлю. Ну и поговорю немножко о будущем, ну, поскольку как бы многих вещей сейчас говорить не стоит, и очень много каналов ловят страйки, баны, я так поговорю войсом, без каких-то там картиночек. Много не потеряете. Я не делаю каких-то описаний скиллсета в своих видео, потому что если люди не способны зайти в игру и прочитать описание навыка на русском, то как бы не вижу смысла давать его в видео. Итак, по плюсам и минусам очень быстро пробегусь, потому что уже в 100 раз пережевано. Мало скиллпоинтов потребляют, это большой плюс. Можно использовать там вторым ДД, не знаю, третьим ДД, в чистом вымысле вторым ДД и так далее. То есть это ее расширяет потенциал и расширяет ее возможность использования. Большой выбор персонажей поддержки. Ну вот, на первый этаж отдали кого-то, а остатки чаще всего подойдут Цзинлю. Это и персонажи небытия, и гармоники, и Пела, и Тиньюнь, и Сильвервульф, и Броня, и Спаркл, и Жуан Мэй, и Робин. Все для нее подходят. Даже Ханя для нее очень неплохой персонаж. И в целом, как бы, только вот совсем уже атак баферы типа Аст, наверное, для нее не фантастически, но и то играбельно. То есть персонаж буквально работает, как говорится, на говне и палках. Сюда же относятся малые вложения, то есть Е0, С0 уже отлично играет персонаж, скрывает ледяной контент, но я сразу скажу, что сейчас уже начинается крип, и если вы думаете, нужно ли вашей Цзинлю Сигну, нужно ли вашей Цзинлю Е1, то я бы сказал так, что нужно, потому что если вы не будете сейчас вкладываться в персонажа, имейте в виду, что он у вас останется, ну, нишевым, ледяным, то есть он уже через там полгода, условно, это не будет не тот же персонаж, что и раньше. Сейчас я видел, например, сравнение Цзинлю с Хирон, в которых достаточно сильно корреляция шла именно вот с точки зрения сравнения с текущим топ-1 дамагером. Наличие сигнатурки прямо сильно меняло цифры. И в этом плане, ну и в плане сборок, да, там есть свои нюансы. Тем не менее, вот это вещи, о которых я могу сразу сказать, что этот персонаж, несмотря на то, что он отлично работает без вложений, вложения так или иначе в нее придется делать, если она вам нравится. Ну, а если не нравится, оставьте нишевым дамагером, если уж вытянули. И, наконец, у нее огромные самобафы, мы про это еще поговорим. Из минусов слабый модификатор, невысокий, мы сейчас буквально на следующем слайде, довольно таком он получится с большим количеством цифр, просмотрим, как это сравнимо с другими дамагерами. У нее не очень сильные долоны, про них мы тоже поговорим, и аптайм бафов нужно с гармонией со всех синхронизировать с ее стойкой. Как минимум она очень быстро тратит бафы, потому что у нее есть самопродвижение, то есть на нее накладывает баф какая-нибудь Тиньюнь, она и Цзинлю тут же жрает два стака, просто переходя в свою трансмиграцию. Плюс, например, то, что она выходит и входит в стойку, то есть ей не очень нужны бафы вне стойки, потому что там урона не делается, и в этом плане синхронизировать ваших гармоний
с ее стойкой – это отдельная задача. Что касается сравнения с другими дамагерами, ну, как бы оно не столько сравнение, сколько просто некие наглядные примеры. У Цзинлю определенный модификатор с ее навыком. То есть ее навык наносит 250 урона в одну цель и по 125 соседям. Но если у вас вот соседям получается всего 500, а если у вас, например, Е1, то может быть в одну цель, если она действительно одна, будет 350. Ну, это, скажем так, больше, например, чем зелье. Но меньше, заметно меньше, чем у Рацио, ну и тем более существенно меньше, чем у Пожирателя Луны. То же самое в три цели она дамагает очень хорошо, но Пожиратель, например, дамагает побольше. Ультимейт у нее наносит приличный урон, но тем не менее при зелье, при условии, что она кого-то убила, с ульты суммарный модификатор будет выше. Да и у Рацио посмотрите, какие огромные цифры с ультимейта. Ну а у Пожирателя ульта слабовато, но и то, в общем-то, с цифры, именно сам модификатор, сравнимый с модификатором на Землю. Почему это важно? Потому что вот эти модификаторы основные, которые написаны на ваших навыках, то есть сколько наносит навык процентов от атаки, это один из множителей. И, соответственно, чем, если вы можете выровнять все множители в одну, то есть у вас одинаковые бафы, грубо говоря, с крита, с бафы урона и бафы атаки, и бафы вот этот, и вот этот модификатор, то у вас, скажем так, урон будет максимально реализовывать свой потенциал. Если же у вас какой-то один из модификаторов занижен, то эффективность других бафов снижается. И в этом плане, когда люди говорят про потолок, ну мы еще отдельно поговорим про урон в этом, в этом плане потолок урона у Цзинлю в некотором роде ограничен. То есть чем больше она будет настакивать других параметров, тем больше ее тянуть вниз будут вот эти невысокие модификаторы. Но тем не менее, всего настакать все равно не получится. В этом плане Цзинлю дает огромную фору всем остальным, потому что у нее самые большие самобафы. Она как минимум, ну здесь я использовал самого персонажа плюс его сигну, она дает аж 180% атаки, это просто на нулевом эйдолоне, используя свою трансмиграцию. Также она накидывает 120% крит value, так называемый, то есть 50% крит шанса, плюс еще 20% крит урона сигна. Также 42% урона с сигнатурки и пробив защиты 12%. Если сравнить с остальными, то мы видим, что существенно ниже даже Рацио, который довольно большими хвастается бафами, все еще не может добраться до уровня Цзинлю. И обратите внимание, что характерно, если вы немножечко в Терракрафт погружались, то тот же Рацио против часто говорит, что ему очень хочется бафов атаки, что ему там берут шары на атаки, ботинки на атаки, именно потому что нужно выравнивать различные модификаторы урона, и вот у Рацио довольно сильно не хватает бафов, самобафов атаки, как, в общем-то, и зелья. Поэтому логично уже из этого вы можете немножечко начать сами теорию крафтить, что вот каким персонажам какие баферы требуются и для чего. То есть для той же Цзинлю очень важно набирать баферов именно урона, потому что вот этих модификаторов она и сама набивает очень-очень много. Ну а мы не будем слишком долго задерживаться на этом слайде, он просто для того, чтобы вам показать, как что не очень высокий у него в данный момент вот эти модификаторы, они немножечко ограничивают потенциал роста, который сильно повышен у нее за счет вот этих самобафов, и она может сконцентрироваться на том, чтобы настакать огромное количество бафов урона, чтобы настакать себе огромное количество пробива защиты за счет персонажей пути небытия, например, и тем самым выдавать сумасшедшие цифры, которые она выдает в видео, которые вы видите. По рейтингам она находится на том же Прудвине, на мой взгляд, достаточно справедливо в S плюс Тайре, в A Тайре для чистого вымысла. Я полностью с этим согласен, потому что она у меня чистый вымысел чистит замечательно. Я не качал Герту и прекрасно справляюсь только персонажами пути разрушения в этом режиме. Что касается зеркала, соответственно, я также солидарен, это S персонаж в вымысле. А тир в Симверсе за счет пути вспоминаний, как нам, Remembrance, памяти, она очень тоже хороший персонаж, не такой там хороший, как некоторые поломанные персонажи, но тем не менее очень-очень крепко себя показывает. По круткам, как я уже говорил ранее, Е0, С0 она отлично работает, и по пауэркрипу, несмотря на то, что она уже пережила свой первый реран, она все еще себя чувствует хорошо. Да, Ахерон ее подкрипала, но даже Прудвин не спустил ее в рейтинге ниже, просто в силу того, насколько совокупно у нее много пользы, много хороших вещей она несет. У меня есть отдельное видео со сравнением Ахерон с Цзинлю и Пожирателем Луны. Можете посмотреть, оставлю ссылку в описании. По эйдолонам история достаточно неоднозначная.
они не очень сильные. S1 Signal у нее действительно хороша, я бы советовал ее в данный момент вытягивать. Про конусы мы поговорим на отдельном слайде. В принципе, средняя выгода от Signal будет около 17%, это прилично для сигнатурки. Что касается Идалона первого, то он по своему эффекту может довольно сильно разлетиться, но при условии, что вы обычный какой-нибудь Memory of Chaos долбите, то выгода его будет около 11%. В чистом вымысле пониже около 6%, даже может быть меньше, потому что там по сути будет работать только один баф, баф критического урона, он не очень большой. Если же вы беретесь просто с соло-целью, с одиноким каким-то бойцом, возможно, в новом режиме, который грядет, какой-то там Apocalyptic Shadow, я не помню по-русски, возможно, там будут встречаться чаще какие-то соло-жирные боссы, и в этом случае она раскроет свой потенциал получше. То есть выгода при атаке в соло-цель до 42%, при атаке при обычном Memory of Chaos, при обычной бездне, около 11, при чистом вымысле ниже. Ну, я вот так посчитал, что суммарно на S1 и E1 вы получите прививку около 128%. Это неплохо. Дальше идет все грустно. Но средние прибавки от идолонов в дальнейшем около 6% за каждый идолон. То есть здесь 6 на E2, 13 к E4, ну то есть там 5 плюс условно 8 с самого E4 и так далее до 160% суммарно на E6. Ходить ли за E6 дело каждого, если вы симпите, сходите, хуже не будет, но вообще, конечно, количество круток, которые для этого нужно вложить, лучше бы потратить в каких-то других персонажей, но сердцу не прикажешь, опять же, и это точно не самое плохое вложение ваших круток. После там конусом история такая, смотрите, сигнатурка дает максимальный value, а вот насколько она хуже Айона зависит от того, как вы используете персонажа и с какими персонажами. Прежде всего стоит отметить, что если вы деретесь за нулю против персонажей без ледяной уязвимости, аптайм пассивки Айона будет нулевым и соответственно он будет хуже сигнатуры на 24%, это довольно много. Если же аптайм хотя бы 50%, то есть время от времени вы пробиваете уязвимость некоторых врагов, что достаточно нестабильно, он будет хуже на 17%. Ну а если вы сможете удерживать аптайм постоянным, то будет выгода около 100%. Но я около 8% для сигнатур. Но я рассчитывал это с оптимальными, максимальными, самыми лучшими командами. То есть при условии, что у Цзинлю уже очень большой баф урона, с брони и Жуан Мэй, при условии, что у нее есть какое-то количество деф-шреда, ну, пробива защиты и так далее. То есть в этих условиях выгода того же бафа урона, например, отсюда будет пониже, выгода бафа атаки отсюда будет повыше, потому что уже очень много других модификаторов настакано. Но, тем не менее, порядок примерно такой. Прудвин оценил разницу там 10-11%, некоторые другие источники похожие цифры дают. То есть это просто вам вариант при условиях, что вы действительно собрали команду под Зенлю и действительно максимизировали ее выгоду. Соответственно, как мы видим, Secret Vow, это единственный, наверное, конус, который имеет смысл, кроме Айона, Тайная Клятва, он при условии, что вы не деретесь со слабыми ко льду противниками, он будет, ну, такой же, как Айон. Ну, в любом случае, Айон практически во всем лучше, поэтому имеет смысл взять его в магазине и отдать своей ледяной королеве. По реликвиям история такая. Опять же, я делал все расчеты в основном исходя из оптимальных, сильных, хороших команд. Я посчитал несколько команд, я их покажу дальше. Это там Пела с броней, Жуан Мэй с броней и Жуан Мэй брони плюс Пела, то есть без сустейновой команды. Соответственно, что брать на реликвиях? Крит урон на тело, потому что крит шанс она и так набивает себе очень много. На ботинке атака или скорость, когда атаку, когда скорость, расскажу позже. Веревку однозначно на атаку. Раньше я, ну, считал, что на E6 имеет смысл брать веревку на энергию, потому что Теория Крафт так показывал, то я попросил специально для этого видео своих друзей иностранцев, у кого есть E6 Дзенлю, потестировать подробно эту историю, и они мне так сказали, что веревка на энергию не нужна даже на E6, она особо ничего не дает в реальных условиях. То есть, несмотря на то, что теория показывала, что там небольшая, совсем около процента двух выгода, тем не менее, вот их заключение было такое. Урон льдом на шаре, потому что, ну, Цзинлю, в принципе, хочет урон, бонус урона. И большинство ее урона, более 7, ну, 75%, условно, приходится на ее навык. Поэтому к
бафать что-либо еще не имеет смысла. Бафать атаку, которая она и так получает очень много из стимус миграции, тоже смысла нет. А урона ей не хватает всегда. Поэтому обязательно рутил Антарену и обязательно бонус урона льдом. Что касается реликвий, то реликвия ледяного охотника и реликвия вот этого водолаза, они практически равны. При условии, что у вас есть кем накидывать дебаф, например, пела в команде. И в крайнем случае можно использовать два куска таких, два таких, и тоже вы особо ничего не потеряете. Разница там примерно 1-2%. А вот с квантом дела обстоят поинтереснее, но про него мы подробно поговорим на другом слайде. Что касается реликвий, на самом деле при максимальной сборке, опять же, где у вас настаканы все возможные бонусы, разница между ареной и другими не такая большая, там 3%. От 3 до 6% зависит от того, в какой композиции вы используете. Но, тем не менее, я рекомендую в любом случае использовать арену, потому что все-таки у вас не всегда будут 100% бафы, и чем меньше, например, у вас спадает баф брони с нее, если, то ценность бафов вот этой урона от ретел от арены, он кратно возрастает. Поэтому в любом случае советую фармить эту реликвию, тем более, что мир, в котором она фармится, очень выгодный для фарма. Давайте подробно остановимся на кванте против льда, потому что очень часто спрашивают, какой сет лучше, почему, когда, какие-то видео показывают мутные, и на самом деле это все не привносит ясности, по крайней мере для меня. Я решил погрузиться в цифры и рассказать вам всю правду. Итак, понижение защиты я взял для начала в вакууме при шаге в 40-0, 40-80%. Для квантового сета эта цифра будет расти на 10 или на 20, в зависимости от уязвимости противника. Итак, при нулевом снижении защиты квант лед всегда лучше, чем квант. Например, вы использовали ультимейт пелы, и все, больше у вас никаких источников понижения защиты нет. В этом случае против неуязвимых кванту врагов урон будет на 6% ниже, против уязвимых на 1% всего выше, что тоже не очень интересно. Но, допустим, вы набрали побольше пробива защиты. Что будет тогда? А тогда против неуязвимых кванту врагов квантовый сет будет на 3% хуже, а против уязвимых на 8% лучше. Выглядит тоже не очень здорово. Ну так, а что же сделать, если у нас есть какие-то источники понижения защиты? Как это будет выглядеть? Например, если у нас есть Е1 Жуан Мэй и сигнатурка Цзин Лю. А в этом случае у нас будет уже 32% снижения сопротивления, и мы видим уже определенную корреляцию с тем, как это работает вот относительно этого. Причем, что у нас уже настакан большое количество урона, и это тоже внесло свою лепту. Здесь уже против неуязвимых кванту врагов всего на 2% хуже, против уязвимых кванту уже на 6% лучше. Все еще хуже против неуязвимых кванту, правда? Но давайте посмотрим, что будет, если мы возьмем пелу в команду. Если мы берем пелу в команду, то квант оказывается всегда лучше. Это при условии, что у нас сигнатурка на Цзин Лю, повторюсь. Пела с конусом под, естественно, против неуязвимых кванту на 1% лучше, против уязвимых кванту аж на 10% лучше. Что же будет, если мы наберем максимальное количество пробива защиты? К сожалению, получается такая история, что, имея Сигну Цзин Лю, Е1 Жуан Мэй, имея Пелу с потом, мы уже набираем 88% пробива сопротивления. И, соответственно, квантовый сет нам даст 10, если мы беремся с неуязвимым кванту противником, это уже 98, и оставшиеся 2% дадут довольно существенную прибавку в уроне, но тем не менее меньше, чем могло бы оказаться. Поэтому в данный момент получить максимум вот этого пробития защиты, довольно высокую цифру, довольно легко. Но тем не менее, при вот этой 88% пробива защиты, ледяной сет дает 100% урона, против неуязвимых кванту мы получаем на 3% больше, против уязвимых кванту на 7%. Я хочу отдельно отметить такой момент, что если вы хотите использовать Цзин Лю не только против ледяных противников, то есть против, например, квантовых противников, квантовый сет почти всегда окажется лучше. То есть и вам большим подспорьем в этом деле будет пела. Поэтому если вы видите часто нульцикливые проходки, если вы видите там вот такие команды, если вы видите там огромные цифры даже против противников, которые сопротивляются ко льду, такие как Янцинь, то это все
исходит именно отсюда, и обязательно в этих проходках фигурирует квантовый аннилитонный сет, потому что разница в уроне может быть большая. Я видел также другие источники, которые насчитали при максимизации до 19%. Но опять же, они не учитывают вот этот потолок. То есть, если бы у нас не 80% было, а 80%, то квантовый сет гораздо больше бы давал относительно, потому что существенная прибавка была бы. Но так как мы уже идем здесь от 98 до 100%, то прибавка такая, а не какая-то огромная, как могла бы быть. Откуда берется наш урон? Почему важен дифшред? Как это все работает? Почему важны вот эти высокие модификаторы на самом навыке? Смотрите, какие у нас есть сейчас бафы урона. Сигна Жуанмэй, Ешка Жуанмэй, Ешка Брони, Сигна Брони, Шар, Арена, Сальда, Сигна, все вместе 308% урона. Тесса криты, набрали вы реликами там 250 крит шанса, плюс сульты брони 52, Сальда, Сигна 347% крита. Безумные цифры. Бафы атаки, ботинки, веревки, трансмиграция, ульта брони, плюс там, ну, руки, они 352, но я так проценты перевел, 348%. Соответственно, у нас даже отняв ульту брони, будет приблизительно по 300. Это очень много, очень жирно и очень круто. Единственная проблема в том, ну как я всегда говорю, 3 на 3 на 3 это 27. А если мы перекинем и будет у нас 2 на 5 на 2, это только 20. Разница довольно существенная в прибавке. Соответственно, выгодно иметь выровненные вот эти статы, когда придет перемножение. Но одна проблема, как мы уже говорили раньше, у нас модификатор скилла 250. И когда я говорю 250, это на самом деле еще меньше, потому что, например, крит у нас прибавляется к текущей базе в 100. То есть это не столько 350, сколько 450 урона. А вот тот урон, на который умножается у нас навык, это только 250. Соответственно, это нас всегда будет тянуть немножко назад, это всегда будет понижать прирост от других модификаторов. Но, как я уже говорил раньше, настакать столько, сколько Цзинлю, не может пока ни один другой, потому что все равно все персонажи хотят, по сути всего, бафов у них меньше, и в то время как другие персонажи хотят там атаку, хотят крит, у Цзинлю это все даром. Ей достаточно просто набирать урон и дефшред. И давайте наконец еще посмотрим на дефшред. Вот то, о чем я говорил. То есть 40 идет от Пелы, 16 от Пота, 12 от сигнатурки Цзинлю, 21 Жуанмэй, еще квантовый сет дает 10 или 20, и вот мы имеем те самые 108 пробивы защиты, о которых я говорил на предыдущем слайде. Соответственно, имейте в виду, что вот исходя из этого, из этой таблицы, мы уже имеем практически оптимальное соотношение этих стат, и имея просто вот ту команду, о которой мы говорили на предыдущем слайде. И, естественно, очень много выгадывает Цзинлю от игры без сустейна, от игры с Пелой. И у нас в будущем ожидается один сустейн, который может заменить Пелу, и об нем мы поговорим в самом конце. А сейчас перейду к сборкам. Я посчитал все возможные, ну, на данный момент варианты, насколько они будут выгоднее одни другого. И у меня получилось так, что броня со слоуня 134 плюс Цзинлю 136 скорости будет максимально выгодной командой. Если мы играем гиперспид броней с Цзинлю с медленной скоростью, это на 13% довольно много хуже, чем слоуня, ну, сборка со слоуни. Но тем не менее, в нулевом цикле эту проблему можно немножко минимизировать. Я сниму отдельное видео про гиперброню против слоуни там в течение пары дней, и надеюсь, это закроет данный вопрос. В нулевом цикле разница меньше, и, соответственно, чем меньше вы играете, тем меньше сказывается эта проблема, потому что все-таки здесь вы больше используете навык брони, и если вам нужно максимизировать урон в какой-то отдельный конкретный, ну, и отрезок времени, чтобы ваша ульта всегда была, например, под бафом брони, это для этого гиперброня подходит получше. И в нулевом цикле разница намного меньше между ними, чем, например, в четырех циклах. Это расчет на 4 цикла, к слову. Если мы берем веревку с энергией, я очень хотел заставить это работать. Я перебрал все возможные варианты, перепробовал все, что можно. К сожалению, веревка на энергию тупо не тащит. Вот гиперброня будет еще хуже, чем... Слоуня будет с веревкой на энергию еще хуже, чем гиперброня с веревкой на атаку и ботами на атаку. Ну а гиперброня с энергией, плюс я еще использовал залив энергии от Тянь Юнь, потому что там есть такой интересный брейкпоинт в 77 энергии, который просто позволяет, ну,
очень быстро набирать за Цзинлю вторую ульту в стойке. Я думаю, ну этот точно поможет Цзинлю вырваться. То есть здесь энергия, идет залив энергии от Тяньюнь. Но не идет баф в Тяньюнь, чтобы вы понимали. То есть это дополнительная подпитка, и все равно аж на 4% хуже предыдущей сборки, и аж на 20% хуже, чем сборка оптимальная. Поэтому заморачиваться на веревку с энергией не имеет смысла. Я, правда, считал очень долго, очень тщательно. Я почти там уверен, что все сделал правильно и не нашел никаких лазеек, как заставить веревку на энергию работать лучше, чем веревку на атаку. Поэтому дела такие. Что касается сборки, смотрите. Когда брать ботинки на атаке, когда брать ботинку на скорость. Если у вас сборка такая, берем ботинки на атаку. Жуан Мэй берем, соответственно, или Ван Вак, или Пиннаконию. Расскажу позже, когда что брать. Скорость здесь можно сильно сэкономить. То есть вы берете ботинки на атаку, а скорости добираете в сабстатах до 126. Это не так трудно сделать, и это позволит вам намного больше вложить полезных вещей в статы. И как я показывал на этом слайде, бафы атаки, на самом деле, от ботинок довольно полезны будут, потому что они выравнивают вот эти статы довольно эффективно. То есть баф атаки здесь будет эффективен. Соответственно, броню нужно подтюнить под Цзинлю, и она тоже будет со скоростью 124, потому что Жуан Мэй даст там прибавку в 10 скорости, и мы будем, по сути, ходить как 134-136 персонажей, но при этом иметь больше статов, более полезные статы, например, для брони в Критурон, для Цзинлю, ну, во все, что ей нужно, тоже, в общем-то, в Критурон, по большей части. Если же вы играете, ну, например, с Пелой, или там с Блейдом, или с кем-то еще, то вам нужно брать ботинки на скорость, набирать 136 скорости, 134 скорости брони, соответственно, ну, и Пела вам понадобится со скоростью 160+. Почему? Ну, а еще и понадобится ветряной сет, я это здесь не отметил. Это для генерации скиллпоинтов. Без этого она будет скиллпоинты генерить помедленнее, чем хотелось бы, и, возможно, будет не успевать кормить команду скиллпоинтами. По команде это старый скриншот, но он, в принципе, особо не изменился. Расчеты по командам примерно совпадают у меня с тем, что здесь есть. Я, кстати, делал видео по командам, пятизвездочным командам, не так давно, довольно подробное. Если интересно, посмотрите. Ну, лидер — это броня Жуан Мэй, дальше броня Спелой, и, соответственно, все дальше по наклонной, все хуже и хуже и хуже. Можете рассмотреть слайд при возможности. Я просто отмечу, что Блейд с Жуан Мэй на самом деле еще хуже, просто потому что нужно, чтобы совпали уязвимости. Если уязвимость не совпадает, он вообще не будет делать урона. Ну а в этом сочетании я вообще не знаю, как его использовать, если честно, потому что без бафа брони там вообще ничего не собрать. Урон будет тупо делать очень низкий. Как бы с бафом брони что-то будет получаться, но очень-очень сомнительная затея, скажем так. Небольшие-небольшие прибавки для занимает слот в команде просто для того, чтобы было. Возможно, как какой-то псевдо-сустейн четвертым слотом вместо хилера. Это и интересно, а вот так вряд ли. Ну и, в общем, в любом случае, вот такие вот пироги. Что касается энергии, то у нас, я здесь раскидал ротации обычную и ротацию с веревкой на энергию. Плюс какие у нас вообще есть источники добычи этой энергии и сколько они дают, если на Цзинлю одет веревка энергии или не одета. Ну, Тяньюнь всегда дает фиксированное, а вот остальные источники скелец. Это конус равноценный обмен, он дает 16 или 19. Ультимейт Хоха дает или там 36, 34 или 40, в зависимости от того, есть ли опять же на Цзинлю веревка на энергию. Ну и там разделенные чувства, это конус изобилия. Или при убийстве или ударе вы получаете небольшое количество энергии, то есть если вас стукнули или если вы кого-то убили. Также Байлу на Е1 регенерирует 8 энергии, если вы заканчиваете ход с полным здоровьем под воздействием ее таланта. Ну и, соответственно, с двух проков таланта получится 16 энергии. Это не так трудно прокать, как казалось бы. Я это пробовал с Е1 Байлу и получил потрясающие результаты. По ротации начинаем мы пояс с 85 энергии, если мы применили технику Цзинлю. Первый навык нас приводит к 105 энергии, и, соответственно, навык трансмиграции выводит нас на 135 энергии, почти ульта. Если мы совершили убийство за это время или нас стукнули, все отлично. Если мы не совершили убийство и нас не стукнули, то мы просто потратим следующий навык, следующие 30 энергии, ну, по сути, следующие 25 энергии в пустоту, поэтому очень желательно в первом же раунде
кого-то убить, ну, первым же движением, то есть либо вот этим навыком обычным, либо вот этим усиленным навыком кого-то убить, там свинку-копилку, какого-то мелкого моба, иначе просто вы теряете энергию. Это одна из проблем, которую полностью закрывает Е1 Байлу, например. Ну и дальше ротация довольно простая. Усиленный навык, два обычных навыка, усиленный навык, мы снова приходим к тем самым 135 энергии. Единственное, что за это время вас наверняка хоть раз да ударят, и либо вы хоть кого-то раз да убьете. Поэтому здесь уже ротация достаточно стабильная. А вот это первое, самое начало, является проблемным моментом. Этот проблемный момент также закрывает веревка на энергию, но посмотрите, здесь довольно большой перехлёст. Небольшой перехлёст, но 5 лишней энергии. Но зато дальше у нас идет здесь уже большой перехлёст. И вот здесь бы 15 энергии набрать пригодилось бы другими способами. Опять же, это одно убийство или один удар по Цзинлю. Но я так вижу, что ротация не ускоряется никак. То есть, единственное, что вы чуть-чуть раньше используете навык. И, соответственно, никакого смысла заморачиваться на это нет. Как же нам получить 2 ультимейта за одну стойку трансмиграции? Для этого нам понадобится либо Тень Юнь плюс Байлу, либо какой-то другой хиллер и конус Квид Про Кво. Если Байлу Е1, это немного упростит нам вход, ну и упростит нам задачу. Итак, мы первую ульту получаем стандартно. Дальше мы продолжаем продолжаем использовать навык, усиленный навык стойки трансмиграции. Квид Про Кво дает 16, Тинь Юнь дает 60. И вот самый последний навык в первой стойке трансмиграции. У нас набирается необходимая энергия для того, чтобы использовать еще одну ульту и продлить, соответственно, стойку трансмиграции на один ход. Здесь мы применяем этот навык, копим энергию. Я проверял эту ротацию, все это совпадает, то есть здесь и здесь пробивается энергия, но если вам не повезло и вас очень много там стукали, вы кого-то убивали, вы можете перевалить за 50% необходимого 50% необходимой энергии, чтобы, ну, Квид Про Кво может не сработать. Но и при этом вам нужно еще придерживать ультимейты некоторыми другими персонажами на случай, если, ну, чтобы это складывалось, что это не так просто делать, скажем так. Поэтому имейте это в виду, это, от этого ваш урон может пострадать. Ну и, соответственно, дальше мы переходим, наконец, снова в очередную стойку трансмиграции. Уже с первых двух навыков набираем первую ульту. Ну и дальше, и так далее, и так далее. Единственное, что здесь небольшая ошибка, потому что нам понадобится, чтобы нас либо нам понадобится Байлу, либо нам понадобится, чтобы нас 3 раза или ударили, или мы кого-то убили один раз, нас 2 раза ударили и так далее. В принципе, это все выполнимо, но с Е1 Байлу это все сокращается на 1-2. Ну, требования сильно снижаются, там достаточно, чтобы 1 раз или 2 раза нас ударили. И, соответственно, в этом случае вы достаточно стабильную получаете на ротацию 2 ульты за одну стойку трансмиграции. Второй вариант — это Хоха плюс веревка на энергию. Здесь все достаточно просто. Нам понадобится, чтобы мы достаточно регулярно кого-то убивали, либо нас хотя бы один раз били. То есть одно убийство плюс один удар. Здесь эта ротация рассчитана исходя из этого. И веревка на энергию, соответственно. В таком случае мы уже, ну, вот как вы видите, первую ульту мы кастуем вот здесь. Ну, как всегда, первый навык, вход в стойку, навык из стойки, ульта. И дальше мы продолжаем здесь. Кто-то нас побил, кого-то мы убили. Ульта Хоха. Все, мы набрали нужные 140. Кастанули ульту. Дополнительный навык использовали. Ну и дальше мы снова выходим в стойку трансмиграции. Здесь снова мы кого-то убили, кто-то стукнул нас. Еще одна ульта. И дальше уже к этому моменту копится следующий ультимейт Хоха. Он копится не быстро, поэтому здесь ротация такая вот более кривая. Но за счет веревки на энергию набирается тут все побыстрее. Не знаю, насколько понятно я объяснил, но суть примерно такая, что здесь нам требуется Хоха, чтобы нас регулярно били и мы кого-то регулярно убивали. Здесь нам нужно Байлу и, ну, желательно Е1 Байлу с конусом, либо другой хиллер с конусом, чтобы нас в какой-то момент так несколько раз стукнули или мы кого-то несколько раз убили. Без этого будет немножко рандом. Стоит ли оно того? На самом деле нет. Во-первых, как я уже говорил раньше, это геморрой. Вам придется в случае с Квид Про Кво сильно париться на то, чтобы не кастовать какую-нибудь ульту брони, чтобы Квид Про Кво в нее не улетел, не кастовать ульту Руан Мэй, чтобы в нее опять же не улетела вот эта накачка энергии с Байлу. То есть вы будете терять урон. Плюс вы будете терять урон из-за неоптимальной композиции, потому что Тинь Юнь при всех своей классности и выгодности, если у вас есть Жуан Мэй, Жуан Мэй лучше, чем Тинь Юнь при любом раскладе. Поэтому
к сожалению, это не стоит того, чтобы заморачиваться. Но если у вас нету Джон Мэй, то можете попробовать. Это довольно фаново, я пробовал, и это на самом деле, ну, работает. Это работает хорошо. С Хоха я не пробовал, это чисто Theory Craft в данном случае, но надеюсь, что как бы, ну, он должен работать. А уж будет ли он работать, тут только боги рандома вам скажут, потому что все-таки, что били два раза, случается не всегда. Если вы готовы переигрывать раз за разом какой-то этап, чтобы набирать эти две ульты, то пожалуйста. Вот, плюс я не знаю, как это будет по навыкам на самом деле, по скиллпоинтам на самом деле, потому что Хоха достаточно требовательна в этом плане барышня. Что касается Ядин Байлу, я сделал просто обычную ротацию с учетом ее накачки, накачки энергии Зинки. Она действительно очень хороший сустейн. В частности, Зина имеет в трансмиграции сама по себе сопротивление эффектам. Не очень большое, как бы, конечно, это больше мем. Но, тем не менее, какое-то есть. Какая-то защита от контроля минимальная у нее есть. А Байла довольно хорошая с точки зрения именно сустейна персонаж. Это хилер, который не дает умирать союзникам, которых Зинка посасывает регулярно. У Байлу много хп, которые хп полезно для Зины, для того, чтобы максить ее талант и так далее. И главное, что, во-первых, это гарантия ультына. То есть вам не нужно заморачиваться, кого-то убивать в первый же ход, как в других случаях. Здесь вы всегда будете иметь, то есть прокастив перед началом боя технику Байлы, при Байлу Е1 вы гарантированно наберете ульту. Это очень важно, полезно, здорово. Очень выручает. Второй момент. Две ульты во второй стойке за счет просто наличия Байлу, без какого-то особого гемора, если у вас еще конус равноценный обмен Quid Pro Quo, то это несложно добиться. Я это делал, проверял, это работает. Конечно, есть определенные ограничения, но гораздо меньше, чем в случае, например, на предыдущем слайде, когда вы там должны все это комбить. Ульту Тиньюни, Quid Pro Quo, чтобы это все попадало вовремя. Здесь это достаточно комфортно, и даже если это не срабатывает, это все равно дает достаточно стабильный приток энергии и достаточно большой комфорт. К этим нужно немножко привыкнуть, и как это играет, как это работает, но когда вы это поймете, это сделает игру достаточно комфортной. Единственное, что, конечно, на этажах, где много контроля, с этим могут быть проблемы, потому что Байлу не имеет клинза, то есть очищения, ослабления. Но в остальном это хорошая тема. Ну и да, нужен здесь равноценный обмен, чтобы ускорить эту ротацию, и нужно подстраивать эту скорость Байлу под скорость Цзинлю, чтобы она ходила сразу, ну, первый раз там перед ней, а второй раз после нее. Но это обычно при 150 скорости уже нормально. Ну вот я смотрел по... У меня при 154 скорости она ложится прям как надо на скорость 138 Цзинлю. Теперь, что касается Жуан Мэй. Опять таблички, опять все непонятно, я понял. Но смотрите, дело такое, у вас есть два варианта, как юзать Жуан Мэй. Либо вы юзаете со 161 скоростью и, например, Пинакони. Ну, Пинакони здесь, чтобы гарантировать трехходовую ротацию ульты. Но, в принципе, так как ее все равно кто-нибудь стукнет, вы, наверное, наберете трехходовую ротацию и без Пинакони. То есть 5% регена энергии, просто они точно вам гарантируют, что вы за 3 хода, то есть за навык и 2 автоатаки, точно наберете ульту. Ну, при условии веревки на энергию, естественно. Если же... Ну, смотрите, если вы используете Пинаконию, если вы используете 161 скорости, это выглядит вот так. Здесь начинается ульта Жуан Мэй, в этом жирном выделено то, что происходит во время ульты Жуан Мэй. То есть здесь у вас начинается трансмиграция на нулю, здесь заканчивается, здесь два действия вы совершаете под ультой Жуан Мэй, но без трансмиграции. Закончилась ульта Жуан Мэй во втором цикле, началась трансмиграция, это все совершается. Почти вся вторая трансмиграция проходит без бафа Жуан Мэй. Наконец, здесь активируется ульта Жуан Мэй снова. Последний вход в трансмиграцию, последний удар с трансмиграции происходит под бафом, а дальше все идет без бафа. Ну вот, где-то здесь начинается следующая трансмиграция, чуть-чуть успеваете еще в ульту Жуан Мэй успеть, вот это когда пробив сопротивление работает, а дальше снова как-то все смешано. То есть какие-то выпадают куски трансмиграции из вот этой вот, из вот этой картины, скажем так. Это, ну, кому-то может не понравиться. Поэтому моя рекомендация — это использовать Жуан Мэй с базовой скоростью 109 и ванваком.
В этом случае ее action value становится вот таким. Чтобы вам не слишком много думать, я показал, где так, в таком случае, где закончится ее первая ульта и где начнется следующая. И в данном случае мы видим, что вот все вот это произойдет, уже будет происходить под бафом первой ульты. Дальше у вас выпадет одна трансмиграционная ешка и две базовые, и две обычные, ну и одна обычная ешка из ротации, да? Ну тут с броней, как бы, естественно, мы с броней будем пользоваться. А дальше Жуан снова врубит ульту, и дальше все это будет происходить уже под ультой Жуан. Что довольно круто, на мой взгляд. За 4 цикла у вас всего чуть-чуть выпадет из этой, из баф ульты. А больше 4 циклов, как правило, Цзинлю и не нужно. Она за это время уже точно все для вас закроет. Поэтому моя рекомендация для вас — это ванвак с базовой скоростью 109. Ну, ванвак фармить тяжело, но и в принципе вы, наверное, не так много потеряете, не используя ее. Плюс тут единственная проблема в этих расчетах в том, что циклы, волны бывает обнуляются. Если вы играете, например, в нулевом цикле, то это вообще идеальный вариант. Ванвак намного лучше, чем Пинакония, потому что у вас баф ко второй волне-то весь и улетучится. Я бы даже так сказал, что если вы целитесь на 0 циклов, вы вообще убираете скорость с нее, даже с Пинаконией, просто для вас, потому что вы в первый в этот цикл, оно у вас в любом случае не сходит достаточное количество раз. Да, первые ходы будут без усиления, зато последующие и вторая волна будут все под усилением Жуан Мэй, под ее ультой. То есть в этом плане медленная Жуан в ранних циклах лучше. Но как я здесь вам продемонстрировал, и при большем количестве циклов, при условии ванвака, она все равно будет себя показывать хорошо. Наконец, поговорим про то, что ждет нас в будущем. Что ей нужно пулить, хороша ли для нее Робин, хороша, что вообще для нее еще в будущем будет выходить. Я бы сказал так, что Робин для нее неплоха. Робин не генерит, конечно, скиллпоинтов, но она дает то, что нужно. Она дает очень много атаки. Для Цзинлю много атаки не так уж надо, потому что она сама накидывает, но лишним оно точно не будет. Она дает баф урона, что для Цзинлю, как мы уже говорили, очень хорошо. Также она дает продвижение на 100%. За счет того, что Цзинлю очки действий тратит мало, это продвижение означает, что продвинет только Цзинлю, но и броню. Соответственно, вы получите дополнительное действие, что тоже, в общем-то, хорошо. И, наконец, Цзинлю бьет чуть-чуть чаще, чем остальные дамагеры за счет продвижения в трансмиграции. И, в принципе, это, ну, частично, можно сказать, активирует тот же талант Робин и частично помогает наносить урон. Тем не менее, Жуан Мэй для Цзинлю, если стоит выбор, лучше, чем Робин. По куче причин и за счет одного элемента, и за счет того, как я показал на предыдущем слайде, как синергично ее ульта с аптаймом стойки Цзинлю, если вы правильно подтюнили ее. За счет того, что все-таки очков действий все равно не хватает, потому что это чертова броня, которая жрет их как паровоз. И даже при наличии какого-то СП-генератора вы все равно часто упираетесь в то, что очки кончаются. Наконец, Сигна Жуан. Жуан очень хороша для Цзинлю. Она просто дает ей баф на 3 хода, баф урона на 3 хода, и это как раз те самые 3 хода, которые длится трансмиграция. Она как будто создана под нее. Ну и, наконец, пробитие защиты, которая есть на первом эдалоне у Жуан Мэй, отлично синергирует с Цзинлю, поэтому если у вас стоит выбор между этими двумя персонажами поддержки, то Жуан Мэй для Цзинлю все равно будет лучше, чем Сорянка. В будущем выйдет один интересный персонаж, который наверняка почти будет хорошо синергировать с Цзинлю. Это персонаж Жао Кин. Из его кита сейчас известно, что это такой нехилити, похожий на Пелу. При этом у него в ультимейте заложено небольшое лечение союзников в начале их хода от силы их атаки. Он вообще-то, этот Жакин, сделан, судя по всему, под Хирон, потому что он также увеличивает получаемый от ульты урон врагами. Я точно не знаю, как он будет выглядеть, насколько сильно он крипнет Пелу, но рассуждая так между нами, для Цзинлю нужно какое-то лечение небольшое, ей много не нужно, она и так достаточно хорошо держит противников в заморозке, она и так быстро удаляет какие-то угрозы с поля, поэтому для нее даже сейчас ей играют часто без сустейна, а наличие вот такого полусустейна, который заменит Пелу, очень
очень полезная штука. И, наконец, да, как мы уже говорили раньше, для нее пробитие, понижение сопротивления, о, не пробитие сопротивления, а понижение, понижение защиты, это очень важный статус, а Жаокин, судя по, опять же, ликам, судя по киту, он как раз об этом, то понижение защиты, то есть это такая пятизвездочная пела. И в этом плане, что еще можно сказать? Пятизвездочная пела лучше четырехзвездочной пела, и Цзинлю как раз тот персонаж, который выиграет от подобного сустейна дебаффера. И в частности можно только отметить то, что, как я говорил уже ранее на нескольких своих видео, Цзинлю очень крута тем, что к ней подходит большой спектр персонажей. Выходит какой-то нехилый типа Дохирон, для Цзинлю он тоже, как мы видим, подходит. Конечно, Хои выпускает этих персонажей такими, чтобы они подходили не только к какому-то конкретному персонажу, и не просто так, потому что больше желания пулить, но тем не менее, вот эта универсальность и способность сочетать различных персонажей поддержки с равной эффективностью, это большой плюс Цзинлю, и в частности, поэтому какое-то время она еще точно проживет. А уж как там будут обстоять дела с Крипом через 6 месяцев, посмотрим, если мой YouTube-канал еще будет к тому моменту существовать. Ну, скажем так, копите крутки на Е1 Жуан Мэй, если у вас хватит круток, возьмите Сигну, ну и давайте дальше откладывайте все вместе на Жао Кина. А на этом прощаюсь, надеюсь, видео вам понравилось.